день, дорогие друзья! С вами на связи Светлана Молодежникова, блог «Самолет.Инфо». И сегодня я хочу рассказать вам о книге Александра Калинина «Как перестать ждать зарплату». Знаете, тема очень интересная и, наверное, для многих злободневная. Кризис дает о себе знать, и все больше и больше людей выходит в интернет для того, чтобы начать зарабатывать. Метод или способ, который описывает Александр, со всеми раскладками и рекомендациями подойдет практически каждому, кто умеет работать на компьютере. Вы получите пошаговый план, что и как надо делать. Мало того, в этой книге изложен не только опыт самого Александра, там приводятся очень интересные высказывания, очень интересные заметки известных интернет-предпринимателей. Давайте мы с вами полистаем эту книгу. Уже практически все посмотрели, я думаю, вы уже перестали сомневаться в том, что эта книга очень полезная. Она сэкономит вам массу времени, и те 2 часа, которые вам потребуются для того, чтобы ее прочитать, избавят вас от массы ошибок, возможно, 2 лет метания между различными источниками. Кроме всего прочего, вы сможете, уже прочитав эту книгу, начать зарабатывать. Каким образом, вы узнаете из этой книги. Благодарю вас за внимание. С вами была Светлана Молодежникова, блог «Самолет.Инфо».